Всем привет! Дорогие друзья и зрители нашего канала Step Family! Сейчас у нас обед, пришла бабушка, и мы будем кушать уху. Я сварила уху, бабушка принесла вот винегрет нам. Мой любимый. Также у нас тут сырная нарезка, морская капуста. Вот водичка, кому надо, пейте сразу, а то сейчас будьте. Так, ну что, давай, мама, тебе тарелку. Мама, знаешь что? Давай. Вот в Самбери продается сыр королевский. Он очень, поварёшечку. Он вкуснее всего. Мам, что значит одну поварёшку? Да вообще как? Спасибо. Мне две поварёшки. Мне 100 поварёшек. Мам. Одна поварёшка, это очень мало. Всё. Что-то мы там чего яблочко давало, да? Смотри, а мне 6 половин. Тебе про что? Мы же не вместе зашли. Вкусно, вкусно как. А мама, давай тебе кинзу посыплю. Сельдерей. Ой, сельдерей? Да, сельдерей. Винегретик кушаете? Обожаю. Даша заказывала винегрет. Да? Заказывала. Паша, кушай, Паша. Он холодный. Он уже... Остывший уже. Сейчас я тебя покормлю. Тебе супчик дам. Попробуй винегрет. Это на попку, а это так. Так, ну что, всем приятного просмотра, приятного аппетита. Спасибо. Всем приятного аппетита. У нас сегодня вот такой вот обед. А хлеба нет? У нас как обычно. Ну вам-то хлеб не нужен? Что у нас вечно хлеба нет? У нас бабушка хлеб любит. Дай сейчас посмотрим. Да, не надо, Настя. Не надо. Мам, не надо. Не надо, не отвлекайся. Да и нет у него. Не отвлекайся. Я просто проверила, может быть, сутки есть. Да. Ну, давай говори. Ну вот все, что есть. Не. Так, ну что, уха не вкусная, как обычно? Да. Уха из петуха. Да, Даша, да, не вкусная. Да, вкусная. Уха кита-то. Это кита. Из рыбки, папа. Кита. Из рыбки. Уха из киты. Просто рыба. Это филе здесь, кстати, без косточек. Можете не бояться есть рыбу. Просто кушать. Ура! Просто накидала туда, вот прям в топку печку все. Как уха варится на природе. Ничего не обжаривается. Рыба, картошка, морковка, картошка, что я сказала, лук. Все готово. Да, можно было чуть-чуть риса положить. А что, уху кладется рис? Ну, любая крупа уже. А что-то я не положила. Обожаю винегрет. Кушай, Даша, это тебе специально сделано. Сегодня строгала. Шонку можно ложить, Даша. Настя. Да, кстати, что, надо было... Погуще. А я думала, ты знаешь, что специально не положила. Я что-то забыла, короче. Да, и так пойдет. Что погуще было? Да, рис надо было положить, точно. Шонка тоже вкусная. Шонка не люблю шонку. Супа. Рис, можно перловку было. Да хоть что. Перловка долго варится. Нет, рис. Рис само то. Ну ладно. На будущее. Да я знала, я забыла. Господи, блин, то все быстро. Леша ничего не давал. Морковку. Даже ничего не жарила, просто... Говорила, я все захватила, пожарю мясо себе. Рыбу, рыбу. У нас опять диета. Диетический суп. Диетический помпс. Что? Так, пробуем винегрет. Если мало соли, то соли можно добавлять. Чего? Винегрет. Если вам в винегрете мало соли, то добавляйте. Нормально. Не надо больше соли. Вот же соль в капусте. Да. Точно. Взял. На, давайте гуще подложу. У тебя гуще. У тебя одна вода. Я набрал гуще. А я... Даша тоже вода одна. Нет, у меня гуще. Гуще? Да, гуще.
Баба. Маша, опять, дома Паша, небольшой кусок сыра берешь, складываешь. И можешь туда лист капусты. Что ты думаешь, она сейчас будет есть, она не будет это есть? Паша, ну не пойдешь со мной на квартиру. На квартиру со мной на какую квартиру? А вы что, куда собрались? Да. Ну так я только, если покушаешь. Это что, на новую квартиру? Вещи да. Раскладывать надо. Лёшки, давай. Лёша нам освещение выдернул. Нельзя. Освещение выдернул. Вот электрик сидит, да? Электрик. Актрик. Вот электрик, я а? Электрик. Я электрик. Всем здоровья. Да будет свет, сказал монтёр, и оторвал все провода. Он уже выскакивает с этих ремней как-то, безопасности вот эти, которые на стульчике. Как-то он так крутится, чтобы потом... Ты к себе его придвинь его. Берет и встает. Он научился карабкиваться. А возьми его на это, на ручки. Для чего? Чтобы он мне не дал поесть нормально? Он так не дает. Ну так вот где-то дает. Где? Сейчас тебе дам. Моя картошка закончилась. Наконец-то поймалась. Мама всегда не ест это. Она всех кладет. Мы с Фэмили вообще не ест. Смотрит за Лешей. Мы с папой специально поменяли, чтобы папа ел спокойно. А мама носилась, как угорела. Печень. Папа же у нас хочет кушать, а мама-то не хочет. А вчера сколько она пришла? Поздно? Да, как обычно, 8. Леша говорит. А вот сегодня в остальной школе мы отмечали. Как? Нет, ну нас не звали, ракеты запускали на улице. А, это вот сегодня. Ракеты, самолетики говорили, да, будут запускать? Они прямо, да, они, например, поднимались некоторые, даже не видно их было, они в космос улетали, а потом вниз. Чего, успокоился? Сегодня была викторина в школе. Мы спускались на первый этаж, нам задавали вопросы. Я не смогла ответить, но мне все равно дали конфетку, засачку. А какой вопрос тебе задавали? Очень сложный. Ну, какая первая женщина полетела в космос? Терешкова. Валентина Терешкова. Да, мне сказали, не расстраивайся, и дали мне конфетку. Ну, следующий раз ты запомнишь теперь, да? Первая была Юрия Гагарина, женщина была Валентина Терешкова. А мы добавки. А еще это если. А еще какие вопросы были, Даша? Нам по одному вопросу. Куда записываешь там? Всем задавали вопросы? Да, всем классу. Блин, ну Ульяна был самый легкий вопрос. А Гагарина? Даша, тебе подложить гуще? Знаешь, как у Ульяны задали вопрос? Какие две первых собаки полетели в космос? Белка и Стрелка. Да. Это все знают. На мне такой сложный. Ну, ладно, а Егору тоже легкий. Какой первый мужчина полетел в космос? На, он голодный со стола. Юрий Гагарин. Ничего не ест вообще. Слышишь? Паша. Паша, ты не пойдешь на квартиру. А я пойду. Ну-ка сейчас быстрее уроки сделаю. Нет, да, я мать... еще чтение. А куда ты пойдешь? У тебя гимнастика, да? Гимнастика сегодня. Пойдешь на квартиру. Время уже 4 часа. Тебе все уроки. У меня в 7:15 гимнастика. Ну там. Тебе надо еще и почитать, собралась там. Я забыла то, что у меня гимнастика. Уже сегодня раз 50 мне сказала. Как это можно забыть? Все напомнит. Да? Вкусно? Ну, суп, конечно, у меня не вкусный, как обычно. Вкусный. У меня вообще еда не вкусная. Очень вкусная. Соли мало, крупы нету, ну, и соли... так пойдет. Блин, не добавлено. И так все. Соль задерживает воду, поэтому много солить не надо. Да, я выше думала, что Лёше дам похлебать, поэтому я опять мало посолила. А, ты ему давала? Что? Давала супик. Ну, когда бы я ему давала? Нет, еще не давала. Может, первый раз тут сейчас. Уже привык, что все кушают, и ему надо покушать. Мама, вот какой, как в рыбе нет косточек. Попала случайно, ничего страшного. Ничего, бывает. Теперь буду проверять. Ты же нашла же ее. Нашла. Паша, это не суп, а водичка. Ой, этот, а чаечек. Бульончик. Это бульончик. Чаечек. Ага. Чаечек.
Да, чай. Чаечек. Да. А ну, долить в гуще. Как воду лакать. Что? Бросил. Обожаю. Ой, их супер глаз какой. Не, мне бы такие супы вкуснее получается намного. Я сегодня просто не старалась. Всем спасибо, всем пока. Кстати, мне вчера мама не поел, нет? Не поел? Все, значит, на квартиру не идем. Вот и сделала тарелку супа. Он хорошо сыр поел и капусту. А, и все, что ли? Да. Ну, воду отсюда выпил. Воду. Ага, понятно. А ты хоть сыр съела, хоть кусочек-то? Да, даже два. Два? Ну, хорошо. Вот, я думала, сюда же. Да, сыр твой приступил. Это твой, я уже съела, твой. Еще... О, там листик, там листик. Сыром. На, сыра. Нет. Я уже вот съела. Я только что... Винегрет доедай. Винегрет еще есть. Я же его не весь выложу. Если надо, могу доложить. Даш, поставь рядышком. Ну ладно, зато это диетический суп, ничего тут жирного нет. Да, не подправишься. Даша у нас на диете. О, здесь специально для Даши стараюсь. Да, конечно. Сегодня Даша желание выполнено, да, Даша? Угу. Чтоб не поправиться. Хотя это не специально, но так получилось. Потом подумаю, правильно, что так вкусно. Ну же Даша на диете. Хочешь, вот запашляешь? Не влезет. У нас там не болит, да? Ой-ой-ой-ой. Может, винегретика подложить? Да, да, еще много винегрета. Ничего, что-то она накушалась уже. Ну, на улице как пасмурно совсем. Сейчас снег повалит. Ну, я снег обещаю сегодня. Завтра и минусовая температура опять. Погода как портится. Она сегодня не разгрызет эту коробку. Даш, ну ты едай капустку. Ладно. Вот берите, хотите? Даш, у тебя же во рту уже. Она же с тобой делится. Что ты ее? Тыркаешь, муркаешь. У меня она себе еще берет. Да? Ну и пускай берет. А тебе только одна коробочка досталась, да? Тебе только одну коробочку дали, да? Вообще я читала, что рыбу детям с годика можно. Давай. Рыбу. Понятно. Ну, бульончик можно давать. Ну, бульончик с картошкой, с морковкой можно. Ну и что? 15 мая у нас много праздников в один соединится. Это день рождения Лёши, на Василия, день рождения бабы Люды, день рождения Лёши. Понятно. И на Василия. Давай сейчас я ему попробую дать. Вот картошечку, морковочку и бульончик. 15 мая. Сейчас снимаю. 15 мая, знаешь кто? Тёна Таша и Аня и Настя. Почему 15 мая? 15. Туда-сюда? Нет, мама, у нас 15 мая запланировалась вечеринка на новой квартире. Приходит Наташа, брат Дениса, двоюродная сестра. Приходит там Аня, муж, Настя. Аня и Настя, не знаю, кто придет, там муж придет, не придет. Отмечаем, получается, новоселье, день рождения Лёши и день рождения бабы Люды. Ну, она, получается, переносит на 15 число свой день рождения, у нее 13-го. 15 мая она могла бы отдельно пригласить. Что? Она могла бы отдельно себе пригласить на день рождения. Когда приедет? Когда? 15 мая. А вы на другой день? У нее 13-го день рождения. А, у нее же 13-го. Она переносит на 15, чтобы в один день. Ясно. Че? Да мне все равно, господи, чего там подсыпать? Я тебе объясняю. Я-то не приду все равно. Почему? Почему? Буду болеть. Я же в Хабаровск поеду. Ты едешь 6-го, а мы отмечаем 15-го. Ну, еще неизвестно, может быть, там останусь еще на операцию. Там же написано будет для решения вопроса, если что, так госпитализация будет. Ясно.
Всем спасибо, всем пока. Давай, иди там. Иди, математику не переписала еще? Я... Леша кушает бульончик. Кушаешь? Вкусная? Вкусная? Тут все дитечка. Ай, как вкусно. Надо тебя не видно опять. Ну-ка. Ай, как вкусно. Ну-ка покажи ням-ням-ням-ням. Да, папа. Не видно все равно. Чуть-чуть будет видно. Вот такой вот у нас сегодня обед. Винегрет спас сегодня наш обед. Давай, да ладно. Если бы не винегрет, совсем было бы все плохо. Я бы салат какой-нибудь все равно принесла бы. Я имею в виду, что суп. Ну, посытнее. Суп бе. Да прям. Не, у меня на самом деле обычно очень вкусно. Не знаю, потому что крупу не положила. О. У меня почему-то в этот раз, вы заметили вот это вот, плавает эта рыба вот эта вот? От рыбы, потроха. Чешуя? Да какая чешуя, я же все сняла, у меня фишка. Ну какие потроха? А что за потроха? Ну вот посмотри на дне, видишь вот это от рыбы вот эти вот. Что, не обратила внимания? Нет, не обратила внимания. Это она как-то, видать, может ее переварить. Развалилась. Да, развалилась. В общем, ладно. Что еще? Что ты там наплевываешь, мне не понравилось. Ням-ням. Вчера творожную запеканку кушал. Да? А, как вкусно было. Кто кушал вчера? Не палуйся. Леша, кто вчера кушал? Чуть-чуть, ест все. Леша, бух? 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 Мне глядь вкусно. Да? Квашеную капусту ложу? Ну а как же без капусты? Свою квашеную капусту ложу. Вот с этим горошком он вкусно. Mm-hmm. Не бери тут больше. Как я запомнила этот горох? Вообще отвратительный. Че, выбросили салат? Почему съели? Но он жесткий и невкусный просто. Mm-hmm. Бывает тут невкусный горох. Ну смотри, какой крупный, зеленый и сочный, сладкий. Вот я пришла сюда, у тебя такой горошек. А самое вкусное этот кубанский, в стеклянной банке. Ну, мне куда такое количество нужно? Мне такое... Ну, вообще, я тебе говорю. Слишком большая банка для меня. Ну, в жестяной бери, но другой какой-нибудь. Бандюэль вкусный горошек тоже. А, ну дождь пошел, смотри. Ну да, там мы когда шли, он уже шел потихоньку. Асфальт весь мокрый. Ну, сейчас медленно перейдет в этот снег. Да. Ну ладно, будем заканчивать. Чего уже балуются. Дорогие друзья, не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.